Хабиб на чемпионате России по вольной борьбе прошел бы один круг, два круга, три круга или нет? Я, если честно, никогда его не видел, как он борется. В чистой борьбе, да, в чистой борьбе. Он хорошо борется, поэтому я не могу сейчас ответить на этот вопрос. Но я уверенно скажу, что он бы не выиграл чемпионат России. Угу. Он бы не выиграл чемпионат России с этими правилами. Я даже не знаю, в каком весе бы он боролся, наверное, 86 или 79 килограмм. Я думаю, 86, да, был, может. Хотя, да, он-то не такой большой. Его успех именно, я считаю, что в профессионализме, в то, что как он относился к своей работе, к спорту, большой такой профессионал. Из-за этого у него такие стабильные результаты были. Все он очень грамотно делал, и поэтому он был очень уверенный в себе.